Так, привет, народ. Таки континуум. Вот, с Альвинусом имею время заснять. Думаю, надо его по чуть-чуть проводить. Так, больше я с тех пор ничего не делал. Кроме вот, я не знаю, показывал тогда, вот сделал вот эти вот повар, медиум. Что у меня сейчас 4 вот этих вот. Как они, на кому единственных возможных на данной сборке аккумуляторов. Так, ну чё, мне надо сегодня попробовать как-то сделать такую вещь, как и иммерсив. Я думаю, как использование лабрикан, не лабрикан, газолин. У меня его слишком много. Так, газолин мы можем использовать для изготовления напалма в миксере, который мне, я так, а напалм где у нас используется? Ну, я так думаю, он нигде. Кроме оружия. Это наполнитель, это направить. Ну вот компрессор. 1 200 000 РФ. Я сказал 1200, это 1 200 000 РФ с одного ведра. Как мне сказали, да, вот 1 миллибакет. То есть очень выгодно, но есть маленькая проблема. Если вот это я все сделаю, то вот это мне по качеству недоступно из-за такой маленькой проблемы, что апгрейд power мне надо. Да, это у нас ЕФАБ. ЕФАБ. Вот. Мне нужен такой штукенцы. Так, титан. Фа. Фаренгейт. Титан мы можем получить. Industrial Blast Furnace. 1500 хит. Blast Formance, да? Так, что у меня тут наделалось? 20 Enforced Image. Так, хорошо, блин. Я-то думал, сейчас я тут сделаю, у меня все будет. Так, вот она, индустриальная Blast Formance. Мы получим 2 титана, да? Ага. А что для того, чтобы сделать эту, нам надо 4 титана. Что-то я приуныл. Blast France я вроде бы не делал. Нет, не делал. Значит, это у нас блин, а что за мод, я уже забыл. Так, ну, титан вещь нужная. Так, титан. Подождите, как я вообще могу получить титан? Титан. Так, этот. Нет, тангстен нет. Вот тангстен. Титан. Титаниум ингот. А, так его Арк Франция же делает. Мне надо даст. Даст я могу получить рутиля. Большой рутил, да? Рутил. Рутил это, судя по всему, где-то его достать можно, но я не знаю где. Пулверизайзер. Так, титаниум даст. Кусочек. Маленький. Я могу индустриал электролайзер боксит. Ага. Так, боксит. Пришло твое время. Боксит. Боксит, боксит, боксит. Тунгстен ор, тангстен, перидонтит, иридиум, никель, платинум. Ну, давайте. Вся, если проблема. А, перерабатывает. Кстати, на эту штуку, вот это вот, нифига она не работает. Что можем убрать отсюда? Она на иммерсив машинке не работает. Вот. Поэтому мы туда вернем все, что у нас было. Коблстон. Да. Так, из 4 пылинок мы сможем получить. Так, боксит. Мы его можем поиспользовать индустриал. С 8-2 смалтитан даст. Так, мне надо капсули.
электролайзер. Это вот мистерал электролайзер. Капсулы. Так, капсулы и вот это. 2%, 3. Короче, штука пошла работать. Да? Ой. Ой. Вот она. Ну, хай работает пока. 362 потребления. Так, кстати, у меня вот эти вот машинки уже по чуть-чуть съели весь мой нужный электричество, да? У вас уже тут пусто, да. Ну и хорошо, пускай идет в минус. Это мне даже нравится. Угу. Так, дальше. Это у нас что вообще-то было? Техрибон. Б. Слушай, сколько мне надо Power Upgrade? Титан. 4 слитка надо. Мне, значит, надо пыльки. Раз, два, три, 4. Да 4, 16 пыли. С такой скоростью. Так. Если мы возьмем тех Reborn. Тех Reborn. Где-то у нас. Так, мне надо апгрейды на скорость, я понимаю. Было бы неплохо их сделать, честно. Вот. Оверклокер апгрейд, транспорт. Так, оверклокер апгрейд. Это у нас Coolant Cell. Coolant Cell. Так, какой-то один. Water Bucket Ingot 2. Плюс за провода и электрический серп. Так, хелиум кавулян дает 2. Хелиум мы можем получить из Glowstone Dust. И так, или Enderstone, Glowstone. Сульфур. Хелиум 1. Да, мне таких понадобится. Двойной. Три, шесть. Так, что у меня там по Glowstone? Гелиум. Glowstone. 560. Так. Ну, давайте запустим гелификацию. Так, возьмем. Микроролинг машин, алой смелтер, экстрактор. Вот, центрофуга. Тинг, тинг. Так, смал, пилю титану, гидроген, компрессит тайр сел, пульверизирует алюминий. А куда ты используешься? Сел, так, гидроксид, ну, тут уже сложный химик пошел. Так, курент сел, ватер бакет и сел, и два. Сделать проще. Если у нас что у нас у меня не так много олова, вот что молчит так олова. Так, олова. Да, олова тоже не ахти. Ну ладно, раз не ахти, то его надо сделать, чтобы его было. Так, мне всего хотя бы для начала ускорители 3, да, блин, где они, кто их видит? Раз, два, три, так, а этот Coolant Cell, это сложно, ой, это сложно, это очень сложно, этот я могу еще сделать, мне всего лишь надо 6 баночек гелия. Так, насколько он быстро делает? Очень долго, да? Хелиум 16. И еще надо 32, я так понимаю. Коулянт. А, 2 получаю. Значит, мне надо несколько штук его сделать. Интересно, ведро тратится или нет. Так, тин и ведро воды. Так, что у нас тут? Айрон.
Ватер кончился, да? Ну, ой, ватер, 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 ватер у нас. Ватер тут у нас есть. Где обратно? Дай воды, штука. А тут что, уже набралось? Нет, ни хрена она не набралась. Ладно, идем сюда, Пол, возьмем воды. Спасибо. Посмотрим, как это выглядит. Хотя бы. Для начала. Так, ведро воды и... Фиг с ним, что туда. Так, два. Ага, ведро воды нам возвращают. Ну, тогда идем... таким способом будем делать. Блин, только у меня вода, конечно, чуть-чуть не там, где надо. Так, ведро воды обкладываем вот этим. Так, на один. Ну, давайте еще один сделаем. Ускоритель, они вещь такая очень полезная. Так, почему? Я сомневаюсь, что там 4, там их несколько штук, наверное, влезет. Так, это... Так, у меня их 6 штук. Дальше, чтобы сделать коулянт, на 10К. 10К. Дальше, 2 микросхемы. Микросхемы я только что поставил изготавливаться тут. Провода. Все провода я сложил сюда. У меня... Как они делаются... Мне нужен латекс. Латекс нужен, да. Мне, чтобы получить копервая 2 и плюс латекс. Так, копервая, электрумвая, копервили. А мне их надо 4 штук. Не, не 4. Блин, у меня меди нет. У меня с медью проблема. Хоть под носом там и стоит жила. Я ее никак разрабатывать не хочу. Почему-то. Так. Берем эту штуку. Замениваем. По-моему, она по 2 дает. Если я так не ошибаюсь. Так. А я кинуть надо, да? Иди сюда. Раз. Пошла. И две, по-моему. Я уже забыл две. Так, еще одну медяшку. Как-никак у меня с меди. Пока что проблемы. Так. Опа, хорошо. Так. Значит. Вот, надо кому-то писать. Так, извиняюсь, конечно, за такое. Сколько там латекса надо, я не помню. Так. 1, 2. Ага, надо еще один провод сделать. Иначе у меня останется латекс, и я потом ничего произвести не смогу. Ай, Шевчук, ну за что? Ой, человек, уж извините, если я сейчас, я не могу ничего сделать, как я так опростоволосился, не отключил. Ладно, ать, не сюда, вот так. Так, старт. 4. Так, где мои провода? 4 провода, микросхемы есть, и ускоритель 2 оверлокил. Оверлокил. Так, какие нам лучше оверлокеры? Ты сам стал, да? Вот, 3 хером целые есть. Из них мы можем сделать один двойной. Так, мне еще надо минимум 2 провода. Да. Ой, этим я вообще не пользуюсь. Так, как он там делается, уже не помню. Так. Ага, подождите, это ж каждое обложить надо, да? Чтобы получить вот такие. Блин, дороже выходит. На
данный момент. Ну, ладно. Ускорители они в Африке. Ускорители они мне нужны. Так, три. Двойной. Есть. Ускоритель по такой схеме. Слушай, да, по такой схеме меня сегодня два раза... Ну, наверное, кто-то знает такой анекдот про девушку в Грузии. Так, извиняюсь, конечно. Так, еще двойно. Так, ускоритель. Ускоритель. А ты что тут делаешь? Так, два оверклокера. Угу. Во. Так, четыре. Это один титандаст. Так, теперь мы его можем обработать. Варк Форменс получает титаниум Игант. Это хорошо. Это сейчас у нас... А, что такое? А, боксит закончился. Не, боксит не закончился. На, работай, штука. Три, четыре, пять. Так, что у тебя тут слышно? Один. Так, один, Ерун цел. Мне, наверное, значит, надо будет два, Ерун цела. Так, сульфур. Так, как он получается, из скольки? 16, один. А мне два, значит, 32 суем. И получим рецепт две. Две капсулы. Так, две капсулы. Блин, у меня все уже забито, ладно. Так, сейчас освобожу инвентарь и будем... Так, это сюда. Вот эти сюда. Голдстоун сюда. Так, вы мне пока что леталка не нужна. Есть, я хочу. Эта штука тут. Камень тут. Компас мне не нужен, ключ не нужен. Ага, вот это мне надо. Так, 4. Ну, быстрее работает, правда, чувствую, жрет уже больше. Эта штука 500 уже жрет эти две машины. Так, 2. Ага, мне надо... Тынк. Вот. Так, может, наскребаем? Так, тут две надо, да? Это значит 4. О, как раз тебе хватает, а ты бери на целый вот на эту вот. Гидроген. Алюминий, гидроген, компрессор тайр. Ты для чего используешься? Дейтериум. Химикал реактор. Нету экстрактор, можно освободить флуид. Так, химикал реактор. Мы можем получить ватер, компрессор тайр плюс гидроген, метан, карбон плюс. И зачем ты мне тогда нужен, спрашивается. Гидроген. Может, ни для чего не... Центрофуга. Дейтериум. Юзач. Дейтериум нам нужен. Фьюжн реактор. Ясно. Это на будущее. Не, хелиум. Так, гидроген. Откладываем. Что, получили два, да? Вот, еще тут всякой гняшки получили. Так, сульфур. Ты для чего используешься? Для получения сульфура. Короче, мне он сейчас не особенно важен. Так, empty cell. Судемус. 6. 6. Это значит, у нас уже две пыльки. Да? Давай, работай, штука. Так. Вот еще. Блин, у меня этих может не хватить. Так, титан сюда. Этот сюда. Хелиум. Олово берем. Так, олово. Где олово? Олово. Мне надо один слиток копера. Копирайт. Копер.
сюда ведро, ведро воды. Так, блин, мне не один, мне два надо копера, чтобы ведро воды израсходовать. Так, копер. Так, ну, готово. Четыре. Окей. Это кладем сюда и старт. Так, так. Целый. Вот этот цел. Три. Двойной. И ускоритель. Вот этот. Так, два ускорителя мы пихнем сюда. А что тебе не нравится? Скажи, красавица, чего не нравится? Так. Целый, я так понимаю, закончилось. Рецепт, рецепт, электролазер. 8 целых надо. А вы у нас рецепт получаете 16 уже с олова. Мафаня, проблемы, у меня нет олова. Так, 16. 3, 4, 16. Ну ладно, олово я накопаю, это не проблема. Пошло? Пошло. Давай, мне надо еще один титан даст. Мы его потом, чтобы машину сильно не нагружать. Так, 6. Как так 6? Откуда он взялся? Только что не было. Ай, ускоритель же у меня стоит. 32. Так, что у меня по олову, я не помню. По олову полный аусвайс. Ладно, раз у меня олова нет, то я на всякий случай тебя пока эксплуатировать не буду. Так, 4 этих. Кидаем. Плавь. Ух ты, как пошло, так красиво. Один, так. Тут, по-моему, у меня без этого лунного трактора ничего не получится. Давай, работай. Ай, кто там орёт? Так, этот пошел плавить. Два. Так, ну, хотя бы титан получим. Это уже... что-то. Первый титан, товарищ. Титан, титан, титан. Так, и четвертый. Вот. Так, а как у меня идет разводка? Сюда у меня идет. Это что у нас? Это у нас тут вход, конечно. Импорт. А, то есть сюда. Отсюда. Короче, хрен его знает. Так. Все, ты мне пока что не нужен. Узбогойся. 512 уже отсюда куда-то закачало. Так, 4 титана есть. Для чего это мы все делали? Это мы делали для ЕФАБ. Значит так, это у меня есть. 3 даймонда, наверное, сейчас найдем. 3 даймонда. И даймонды я еще не все истратил. Еще не все пропил. Так, это сюда. Так, еще один даст. Поливерайзер. Так, это сюда. Это сюда. По-моему, эти компрессы тайр цел. Для чего они вообще используются? Химически не интересует. Это нет. Ботлер нет. Экстрактор. Экстракт. Так не получится, да? Только в экстракторе. Так, это мы избавились, да? Так, вот еще компрессор тайр целый. Избавились, да? Дальше мне надо, чтобы сделать этот power upgrade. Advanced микросхема. Reinforced metal, glowstone. Так, ясно. Reinforced metal. Reinforced metal. Ну, серьезно, Reinforced, да, Reinforced Metal, микросхема, этот, Glowstone и
Вот это. Так, идем делать advanced микросхему. Так, силикон. Кто-то тут что-то отделал и забыл забрать. Вот так, это не надо. Ты можешь вообще-то тут. Так, редстон. Редстон у нас может быть. Нам он понадобится. Так, тут что у нас? Золото. Иди сюда. У нас тут будет вот эта штука. Ага, вот еще где медь у меня хранится. Ну, я ж не по одной делаю, все сразу. Так. Сюда что там надо? А, микросхема. Вот и сюда reinforced, да? А, тут у меня пластинки. Так, на. Ой. На. Ты делайся, не делайся. Алло. Что, энергии нету? Типа. Как? Чё? Чё не так? Микросхема, редстон, голдстон, лапис. Микросхема, редстон, голдстон. И показывает, что... Ой, у меня этих нет. Посередине. Reinforced metal. Reinforced metal. 8000, 10, 0, 0. Чё за нафиг? Почему не проходит сюда электричество? Этот не получает. Так, этот имеет. Опять у них какие-то там заморочки. Я специально тебя поставил, чтобы ты везде мне раздавал. Тут у меня уходит электричество, да? Тут доходит. А почему сюда не хотит? Вот же шпадлюка, ну. Я не хочу там дырки делать. Значит, он не хочет так. Тут... А, уже сделалось. Вот где ж. То есть... Тебе не хватило электричества, да? А где? Вот она. А, и она не сразу везде отдает, да? Тынк. Тынк. Так, супер микросхема. Иди сюда. Так, супер микросхема есть. Квантаб. Пип. Опять эти делать. Ну, ё-моё, так. Ой, это сколько ж... А, так что мне он один только нужен, мне их не сотня нужно. Так, адвансетов. Один, так, один, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, шесть этих таких, четыре есть. Да, редстоновских у меня уже, наверное, нет. Три. Три редстона. Так, все, что мне надо сюда. Два этих. Эк, придется все делать на камеру. Ну, зато никто не обвинит в том, что я не... Так, подождите, квантуп. У меня же вроде бы... Да фиг с ним, давайте сделаем трипле. Во. У меня есть трипле. Квантупле делается. Чего? Квантипле. Трипле. Раз. Квантупле. Advanced cell. Два. Квантупле. Так, трипле плюс advanced coil improved. Advanced coil я сейчас сделаю по-быстрому. Никель лигант. А никеля тут нету, больше нет. Так. Это значит сюда, это сюда. Эти чуды. Чудо сюда. Так, обкладываем никелем.
И мне надо импровод. Импровод у меня где-то был. Импровод вот. Иди сюда. Так, этот квантупле трипле. Чпок. Квадропупле. Так, квадропупле, Advanced Coil плюс импровод даймонды. Ой, ё-моё. Так, никель. Опять же. Это сюда. Так. Угу. Ну, извините, очень долго делать. Алмазов у меня вроде бы хватает. Значит, будем делать так. Иди сюда, алмаз. Где ты? Алмаз. Алмаз, алмаз. Я это... Так. И дальше, чтобы его проимпровить, если я не ошибаюсь. Чтобы даймонды проимпровить, нам надо один такой. И я сказал вообще-то один. Да, блин, один. Да. Уа. Раз, два. И один голубой краска. Не помню, есть он. Так вот, есть. Блин, все забито. Тыква, иди отсюда. Так, бон. Так. Так. Идемте импровить. Заряжен, заряжен. Так. Да не никель мне надо сюда. Вот даймонд. И чуть сэкономим время. Так, это сюда. Клей. Сюда, сюда. Здесь. Ты правильно все делаешь. Да, правильно. Но скоро ты там. Ну давай, давай. Что у нас там ходило такое? По городу ходила большая крокодила. Она зеленая была. Что тут видел, что тут ходило? Ничего страшного. Так, импровидет. Я тебя сделаю, Марко. Так, вот он импровод, вот они. Да, да, да. Чунг. Так, теперь мне надо не сюда. Мне надо вот сюда еще один вот этот вот хрень. Еще один вот такой хрень. Обложить этот хрень вот такой хрень. Получим такой хрень. Так, дальше. Квантополупе. 2 миллиона флусграсс. Класс. Так, это есть, есть. Так, ну. Power upgrade. Ура! Товарищ. Мир электричества. И где-то у меня был рефкон там чего-то. Куда бы его впиндюрить, чтобы он мне не мешался. Вот сюда. Его он 50 тысяч РФ имеет, да? Теперь мне надо 2 серебра и кол. 2 серебра. Так, эти все запчасти. Это сюда, сюда, потом хрен я это все найду, но уж извините. Так, light blue сюда, это сюда, так, серебро и одна, не, по-моему, ну, сейчас узнаем, так, по-моему, так, так, и silver. Мне надо... Иммерсив. Иммерсив инжиниринг. Мы газолин используем, если не зависит. Так, газолин. Usage. Вот он, compression. Серебро и два этих койла, да? Так. Чё? Not enjoyed power. А, все раз... Все, понял, никаких проблем. Сейчас мы тебе дадим электричество. Ты не переживай. MV-коннектор, MV-вая. Тинк. Где тут ближайший коннектор? Так, тинк. Тинк. Ты получаешь? Получаешь. Ч?
Чё? Spittle Factory 2. StarCraft Compilation. Click Shift to... Давайте вот он, шип-клик. Спидофактор, RF-TIC-200. Так, что-то мне там объясняли, что она что-то ей... Что-то тут надо такое. Что-то тебе надо, а что я не помню. Так, подождите, ему для крафта вот этой вот хорошей штуки... Так, рецепт. Надо gear jar, jar box, RF, upgrade power, RF, надо 50 RF tick, 5 секунд, 5000 RF, у нас 50 тысяч RF, 20 RF tick, да, 20, 50 RF контроллер. Ой, тут что-то я помню, что такое хитрое, одного этого хватает. Так, ЕФАП, тут что-то такое хитрое. Так, этот одна штука. ЮКА, НОСА, 4 РФ, КОНТРОЛ, СПЭТА, БАЗА, 30. ТИС, БЛОК, АН, 150 РФ, АН, КОНСТРИБЮТИ, 50 РФ, ТИК, для крафта. И передавать 50 рефтик за для крафта. Ладно, я не гордый. Я, допустим, могу взять Smart French. Тут у тебя вот накоплено временно. Input, output. Так. Вот у тебя тут output. И по идее штука Open Manual. Flat track starting. Ай, чё ж тут надо, это не очень помню. Так, это не помогло. Плохо. Возвращаем на место, пускай система работает. Game jar. Этот нафиг, этот нафиг. Так, jar мы ставим сюда. Steam engine сюда. Power upgrade. Digital upgrade. До этого далеко. Item storage нет. RF storage. Лоботомики. Так. Ой, блин. RF storage что ли делать? Но я не уверен, что он поможет. Ну, фиг с ним. Я сомневаюсь. Так, а если так? Advanced RF Storage. Она не делает. Вот эту штуку, наверное, надо. RF Storage. Так, это мы пока что сюда засунем. EFAP два блока сюда. Вот, и что, пошел я за кадр, наверное, делать вот эту вот RF Storage. Ну, извините, тут работы. Вот эти особенно триперы. Триплы. Так, сколько он там? 10 000 РФ, 250 только раф. Дистрибьют 250 РФ только раф. Ну, по идее, сюда... А чё он так красиво встал, то не понял. Вот такой вылез прям весь. Да и хрен с тобой, стой. Ладно, наверное...
До следующей серии. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ох, идем к цели, короче, дальше. Так, что у меня тут произошло? Роллинг машин. Так, все. Ладно, всем спасибо, всем пока, до встречи.